Пылесосы Celmer AquaVelt и AquaVelt Plus собирают пыль в мешок-пылесборник или в контейнер с аквафильтром, а еще всасывают пролитую воду и умеют мыть полы и ковры. Модели отличаются цветом и комплектацией. Компактные размеры, прорезиненные колеса, ручка на корпусе. Пылесосы хорошо ездят по любой поверхности, не царапая ее. А если нужно, их удобно переносить с места на место. Длина шнура 6 метров. Без проблем можно убрать комнату средних размеров, не переключая пылесос из розетки в розетку. Шланг эластичный, армированный с капроновой нитью, очень прочный и прослужит долго. В управлении нет ничего сложного. Все кнопки находятся на корпусе. Включение для сухой уборки, подача моющего раствора для влажной, автоматическая смотка шнура. Вам не всегда нужна полная мощность для уборки. И правда, простой мусор можно собрать в эко-режиме, сэкономив на электричестве, если выбрать модели с возможностью регулировки силы всасывания. У таких пылесосов максимальная мощность 1600 или 1700 Вт, а у моделей без регулировки силы всасывания мощность 1500 Вт. Пылесосьте так, чтобы вся собранная пыль оставалась внутри пылесоса, а не вырывалась обратно в комнату. Устанавливайте аквафильтр, наполняйте его водой и вперед! Кроме того, в воде аквафильтры отмываются от пыли и аллергенов в воздух, а на выходе из пылесоса стоит HEPA-фильтр, который отсеивает мельчайшую пыль. Вот так и пылесосим, и воздух очищаем. Нужно быстро собрать рассыпавшуюся крупу на кухне? Просто поставьте мешок для сбора пыли вместо аквафильтра. На корпусе есть индикатор заполнения пылесборника. Всегда будет понятно, когда нужно менять мешок. Вымыть пол. Почистить ковер или мягкую мебель можно в режиме влажной уборки. Наполняем бак чистой водой или добавляем моющие средства, которые есть в комплекте. Начинаем мыть. Грязная вода будет сливаться вот сюда. Точно так же можно и собирать пролившиеся жидкости. И для сухой, и для влажной уборки есть целый комплект щеток и насадок. Этот комплект может быть минимальным, расширенным или максимальным. Минимальный комплект – это самое необходимое. Для сухой уборки – широкая щетка-полковер с отсеком для мелких предметов. Щетка для мебели. Щелевая насадка. Для влажной уборки – насадка для мытья полов. Насадка для чистки ковров и мебели. И насадка для сбора жидкостей. В комплект расширенный добавляется щетка для сухой уборки паркета и ламината, а в комплекте максимальный есть еще и турбощетка для сухой уборки ковров с длинным ворсом. Пылесосы Celmer AquaVelt и AquaVelt Plus – хорошее решение и для ежедневной, и для генеральной уборки.